Идет представление финала мужского на 100 метров. Спасибо, что перевели камеру. Вот представляют спортсменов с 1 по 8 дорожку. Конечно, фавориты здесь — это Денис Близнец, Егор Грязнов, Владислав Доронин. Вот это первая тройка после проведенных забегов. Дальше результат Василий Косторных был 4-м. И остальные ребята в порядке убывания шли. И Денис Близнец заявлял с тренером перед началом соревнований, что они ехали сюда ради попытки установления рекорда Республики Беларусь. Это старт. И хорошо Грязнов взял старт. И вот сейчас он лидирует. Его настигает Доронин. И Беларусь настигает. И скорее всего,